Должен признать, круто ты напудрил капот. Мы не любим таких хлопки. Эй, что смешного? Пришло на ум, я всего лишь маскировался, а вам в этих кузовах всю жизнь ездить. Ожидал? Ну, спасибо, я слышал, полезная штука. Полагаете? Верно, сам по себе, all in all is good. Но я обнаружил у него любопытное свойство, которое вас не обрадует. В потоке импульсного излучения он становится опасен для здоровья. Улыбнись в камеру. Только улыбнуться, могу сплясать. Ты очень интересовался камерой на нефтяной платформе. Радуйся, ты вот-вот узнаешь ее секрет. Вы так добры, профессор. Вчера тебя видели в обществе многих тач. Кто из них твой связной? Твой конструктор. Ой, а может быть, слесарь-сборщик. Оба пьяницы, поди их различи. Можно я начну, профессор? 50% мощности. Как вы поняли, никакая это не телекамера, а излучающая антенна. Как насчет нее? Может, она твой связной? Чувствуете, как Алинов начал вскипать? Камера сгорания, в конце концов, не выдержит чудовищных нагрузок. Выражаясь языком обывателей, она лопнет. Ты общался с ним? Ему передал? Ну и что дальше? Заменят мотор и дело с концом. Справедливый аргумент. Но после взрыва двигателя при 100% мощности его будет не у кого менять. Может быть, это? Отвечай. Also good. Это их агент. Вас понял, профессор? Нет. Я воль. Он передал о нас информацию крайне деликатного свойства. Я ручаюсь, они не успеют воспользоваться. Наш план остается в силе. Нужно найти второго агента. Кончай с ним.